Сегодня в России отмечают День участковых уполномоченных полиции. Его празднуют ежегодно. Но, как полагается настоящему блюстителю порядка, даже в свой профессиональный день участковые не отдыхают. Накануне праздника наши корреспонденты побывали в отделении полиции Усть-Майского района. Празднование Дня участкового проводится ежегодно 17 ноября. Начиная с 2002 года, с тех самых пор, как Министерство внутренних дел России официально был издан указ о введении данного мероприятия в стране. Это праздник тех людей, с которыми мы встречаемся практически каждый день. По долгу службы их часто можно увидеть в трудовых коллективах, образовательных учреждениях, сельских администрациях и клубах. В настоящее время в отделении Министерства внутренних дел России по Усть-Майскому району служат 8 участковых уполномоченных полиции. В сферу деятельности участковых уполномоченных полиции входит, конечно же, пресечение, выявление правонарушений, преступлений, проведение индивидуальной профилактической работы с населением, с гражданами, подотчетными лицами. В канун Дня участкового мы встретились с участковыми Министерства внутренних дел России по Усть-Майскому району и попросили рассказать о сфере их деятельности. В настоящее время участковыми раскрывается каждое второе преступление по линии полиции общественной безопасности и около четверти преступлений по линии криминальной полиции. Отдельное, конечно, спасибо хочется сказать нашим внештатным сотрудникам полиции, которые наравне с сотрудниками полиции принимают участие в оперативно-профилактических мероприятиях, выявляют правонарушения, раскрывают преступления. Современный участковый на своей территории – это и полицейский, и прокурор, и следователь, и глава администрации, и судья в одном лице. И основная его обязанность – охрана общественного порядка на веренной ему территории. Мы всегда надеемся на их надежную защиту от посягательств преступников на наше имущество, честь и достоинство. Елена Моисеева, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский Улус.